Регион Кавказских минеральных вод обладает огромным потенциалом как туристско-рекреационный центр. На его территории расположены природные и исторические памятники, уникальные лечебно-рекреационные ресурсы. На сегодняшний день разработана и принята комплексная программа развития региона, реализация которой позволит Кавказским минеральным водам стать туристско-рекреационным центром международного значения. В 2012 году Корпорация развития Северного Кавказа инициировала строительство многофункционального выставочного центра с конференциальной, выставочной и офисной функциями в пригороде минеральных вод Ставропольского края. Корпорация развития Северного Кавказа является дочерней структурой Внешэкономбанка и, соответственно, призвана инвестировать не только в коммерчески интересные проекты, но и в инфраструктурно значимые. И среди тех отраслей, которые способны дать большой экономический толчок и быть инфраструктурно значимым, следует особенно выделить выставочную сферу, выставочную отрасль и, соответственно, то, что именно проект строительства выставочного центра был одобрен для реализации нашей компании, это логический вывод из всего вышесказанного. Ключевой особенностью региональных проектов в выставочной сфере на сегодняшний день является то, что в Северокавказском федеральном округе нет ни одного современного центра, который бы позволял провести события федерального и тем более международного масштаба. Строительство многофункционального выставочного комплекса должно решить эту проблему. По своему техническому оснащению комплекс должен стать одним из самых современных в России. Общая площадь комплекса составляет около 30 тысяч квадратных метров, в том числе 10 тысяч квадратных метров крытых выставочных площадей, 15 тысяч квадратных метров открытых выставочных площадей, а также парковка на 1300 автомобилей. Уникальность нового выставочного комплекса определяется несколькими факторами. Во-первых, это его расположение. Объект находится на пересечении основных транспортных магистралей, связывающих города Кавказских минеральных вод и регионы Северокавказского федерального округа. Рядом расположены международный аэропорт «Минеральные воды» и железнодорожный узел. В непосредственной близости 5 городов Кавмингруппы, что обеспечивает максимально удобные условия для будущих клиентов этого комплекса. Во-вторых, одно из главных преимуществ комплекса – его универсальность. Комплекс является по-настоящему многофункциональным. Вот, прежде всего, это выражено в том, что в комплексе огромный многофункциональный трансформируемый зал общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Вот, данное техническое решение обеспечивает возможность более 10 видов трансформации. Да, то есть на базе данного комплекса можно проводить конференции, концерты с количеством посадочных мест более 4000. Можно проводить банкеты, кинопоказы, выставки разного масштаба. Примененное оборудование по трансформируемому залу позволяет выполнить любую модификацию буквально в течение нескольких часов. Кроме того, на объекте применены материалы и оборудование ведущих европейских и международных компаний. Да, это задает очень высокую конструкционную планку. Этот объект будет очень комфортно эксплуатировать, у него не будет никаких проблем. В главном павильоне выставочного центра будут смонтированы выдвижные телескопические трибуны. Трансформирующиеся перегородки позволят проводить одновременно несколько мероприятий. При характерной для крупных выставок павильонной схеме организации пространства у каждого павильона будет доступ не только к электричеству, но и системе подачи и отвода воды. Благоустроенные открытые выставочные площади и прилегающая территория, декоративные фонтаны, подсветка – все вместе это создает уникальный для данного региона объект. Есть вся инфраструктура, переговорные комнаты, кафе, пресс-центр, деловой центр, туристический центр для того, чтобы этот комплекс жил действительно активной жизнью. Наш прогноз, базирующийся на мнении управляющей компании, естественно, о том, что достижимо и какие показатели мы можем реализовать на базе этого центра, предполагают, что на старте мы проведем где-то 8 мероприятий в год, которые привлекут ориентировочно 20 тысяч посетителей на этот объект, а уже в обозримой перспективе 5-6 лет мы доведем это количество до 30 мероприятий с потоком людей больше 100 тысяч человек. То есть мы надеемся, что все то, что заложено с точки зрения инженерии, обеспечения инфраструктуры, оборудования мультимедийного, в том числе в этот зал, позволит ему жить разной, очень богатой, насыщенной, интересной жизнью, но мы будем с радостью и трепетом наблюдать.
за этим процессом. Темпы строительства объекта чрезвычайно высокие. На возведение выставочного комплекса отводится всего 14 месяцев. Уже в апреле 2014 года здесь будет проведено первое мероприятие международного уровня. Крупное международное мероприятие под названием «Туристика», посвященное международной инфраструктуре туризма. Мероприятие очень важное, на самом деле, и для комплекса, и для региона, потому что, по сути, оно выводит, скажем так, тот уровень мероприятий, которые, в принципе, присутствуют в регионе, на качественно новый уровень. Скажу только, что это мероприятие задействует все 10 тысяч квадратных метров выставочной площади центра. На него предполагается, что приедут участники более 150 компаний из 30 стран. Да, то есть это не только будет региональное, конечно, и даже не федеральное мероприятие, а международное. И очень обширная деловая программа, предполагается больше 50 мероприятий. Северного Кавказа крайне важно появление подобной площадки. Основная задача, возлагаемая на данный комплекс, создать не просто отдельный эффективный выставочный центр, а привлечь в регион совершенно новый для него контингент деловых туристов, заложить базу для развития сопутствующих бизнесов и тем самым стимулировать развитие местной экономики.